Здравствуйте, с вами Stoneface. Я продолжаю серию летсплеев на Darksiders 2. В этот раз я постараюсь быть более... играть лучше, потому что что-то в последнее время у меня все с этим плохо. Так, еще я научился паре веселых фишек, типа сальто назад. Опа-на! Ладно. Все, серьезно. Бежали, давай. Вы издеваетесь? Ну нет. Ничего не сделаешь ради сундука. Я понимаю. Так. Вау. Ну ладно, конечно. Термопонтовые наплечники. Так. Там написали, что я могу каким-то образом быстро путешествовать. А, видите, вот fast travel. А, то есть нужно выбрать что-то. Ну ладно, короче, ну, сейчас мне не понадобится. Потому что мы опять у моего любимого котла. В этот раз у меня не будет проблем, очень на это надеюсь. Бежали, давай. Давай, смерть, не подведи меня. Я идиот. Так, а больше никуда бомбочкой пыльнуть не надо, да? Сейчас куда-нибудь кину ее на всех случаях. Ой.
еще я могу фаст-тревелить, но не буду. Так, время выбрать другой квест. Так, я бы хотел... Так, допустим... Стоп, где тут? Space. И как мне fast travel? Ну, а допустим, я хочу фаст-тревелнуться сюда. Наверное, тут должны быть какие-то фаст-тревел поинтс. Ну, ладно. Чувака такого из прототипа. Никогда не работает. Во! Какую кнопку это? На пятерку? А, на шестерку. Во, как его косой. Да, давай, давай, да. Короче, мне дали какое-то супер оружие. Короче, какого-то чувака, и оно, по идее, с вампиркой. Короче, это... Так, Сек что-то залагал. Все, поехали. Так. Так, это у меня одето, мне какую-то броньку дали, по идее. Во. Так, зачем могу вот этой штуке скормить что-то?
Допустим, я скормлю ей Mace of Frost. Почему так медленно ходит? Давай. Я думал, это оружие, как помните, в первой игре. С мечом Вайни. Хотя, может быть, она так тоже опыт набирает. Так понтов медленно ходить, давай. Я на какую-то кнопку нажал. Так, сейчас посмотрим настройку. Так, да, я нашел, отключил я эту штуку.
Короче, я думаю, буду в каждом описании к части писать, какие места я прошел. Ну, чтобы легче было разбираться, и квесты. Эти ботиночки мне нравятся. И когда я уже 5-й левел возьму? Так, где эти ботиночки? А у меня еще какие? Я уже начинаю понтово выглядеть, а не какой-то бомж. Посмотрим, что этот чувак мне скажет. Здорово. The mountain has a voice. How did you? Как ты это сделал? No, doesn't matter. Не важно. You have done what we. Ты сделал то, что мы смогли. You must take the good news to Alia as soon as you can. Ты должен отнести хорошую новость Алье, как только сможешь. I found that dish. Я нашел ту тарелку. You're a good man. Much more so than your name would imply. I'm in your debt. Ты хороший человек, несмотря на свое имя. Я у тебя в долгу. What is Mordant Dew? Mordant Dew is the venom those stingers get you with if you let them too close. You'll find them in Drenchfort. Walk softly, though. Those stings are nasty. Короче, теперь следующий элемент этого шаманской фигни — это какой-то яд. И он сказал, где мне его найти. И вуаля, я получил левел ап, значит я могу надеть очень эпический сет. Чтобы прокачать. Это удобная штука, по-моему. Знаешь, что теперь я могу носить апокалиптический сет, который очень читерный. Я вот попробую одеть Shadow of Death сет. Блад. Так, ладно, с тяжелым оружием я потом. Блин, возможно, это слишком читерно, поэтому я не буду с ним играть. Я должен хотя бы проверить, как оно. Так, посмотрим, что у меня со статами. Какой смысл вот эти вещи на аркан? Ладно, другой сет. Так, что у меня? Сейчас я ношу хреньку по сессии в Глейв.
меня есть вот это. Вот это. Это. Вау. Посмотрим, как выглядит. Так, я хочу путешествовать вот сюда. Ну, сейчас мы кого-то завалим, я чувствую. А, я же забыл эти одеть все. Не, они вообще читерные, я буду как бы... То есть я буду хёлиться за удар. Сейчас мы пойдем завалим гору. Гору, да. Благо, я прекрасно помню, как к нему идти. Ну, сейчас он у меня получит. За все, что он со мной сделал. За столько унижений. Так, кстати, на какую кнопку? 5-6, надо запомнить. Ну чё, чё, давай, чувак. Что ты сможешь противопоставить мне теперь? Ладно. Так. Что-то не пошло. Блин, я должен его вносить просто как... Не, второе оружие все-таки должно быть тяжелым. Так, 217.
Пробуем огромный топор. Идиот. Блин.
Короче, главная проблема это доджить вот эти корни. Окей. Знаете, я подумал, я не буду снимать этот сет, потому что, ну как-то, даже с ним тяжело. Я совсем не понимаю, что делает Shadow of Death, он дает меньше брони, какой-то аркейн. Но шанс, ну то есть аркейн у меня будет дикий дамаг, но шанс аркейна, блин, на 3%. Блядь. Да пиздец. Ладно, я пробую еще 3 раза, и потом, я думаю, я завалю его без вас. Я должен его завалить. Издевает. Издевает.
Да нет! Нет! Ладно, зато я придумал одну веселую фишку. Хотя это совсем очевидно. Короче, смотрите, ну он пускает нас скоро, не отходим подальше, потом шестерка и телепорт слэш. Все. Блин, я был так близок, а. Ну, сейчас он идет, видите, к нам. Отход. Да сука. Почему все на меня тут кнопку нажимают? Объясни тебе, почему я такой дурак? Как может, блин, не пройти с этим невменяемым сетом этого чувака? Не, ну в первый раз я был так близок. Блин, ну что ж, до шестерки дотягиваются эти гребаные... Ну, давай, шестерка. Ну. Хули она не работает? Watch.
Так, слышку телефон. Так, ну что, сейчас момент истины, мы должны завалить его. Да блять! Так, благо у меня хп регенится. Все, последний раз, давай, соберись, чувак. Убей эту хрень. О, сука. Ты что мне достал? Блин, надо было так попасть три раза подряд в конце. Thank you.
Да, хана. Просто, блядь, хана. Просто, твою мать. Как так можно? Один удар остался. Ох, надеюсь, он того стоит, а. Один ёбаный удар. Хотя ладно, я пожадничал. Я хотел быстрее его завалить и врубил топор. Давайте, не стоит врубать топор. Yeah.
что я застрял. Ёбаный топор, я тебя не доставал. Так, что творится? Так, походу у меня кнопка заела. Все, съелась, слава богу. Да! Наконец-то, да! Так. Но это нужно отпраздновать. Вау. Да, клево. Так, посмотрим, какие еще квесты у нас. Хотя ладно, надо сначала здесь все смотреть. Одна щелка осталась. То есть нет, не было вообще щелок. Блин, ну, достаточно... Блин, ну очень долго валить вот эти, главное, эти корни гребаные, они очень много сносят. Отличное ускорение.
Так, теперь посмотрим, что у нас там с квестами. Допустим, я хочу убить... вот этот квест This is no place for a horse. I have to go alone. Химра, ты не место для лошади. Нужна какая-то цеплялка. Вообще, возможно, большинство боссов мы используем. Не верю, что мы можем их убить сейчас. Если даже не физическая возможность, а дойти до них. Видимо, хрен. Как-то нужно сломать эту хрень, ну что это такое? Ну явно не физика.
go alone. This is no place for a horse. Я думаю, тогда пойдем пока по основному квесту. То есть, смотрите, город я должен был валить где-то на 9 левеле. Раз мне с него упала хрень на 10. Ну, может, чуть-чуть пораньше, но в целом... А, фаст-трейл уже, стоп. Та-дам. Ты ж фаст-трейл, это круто. I saw the fire spreading from here, horseman. Tell me, any eyebrows left under that mask? Gorward has passed into the earth. Then we have lost one of our greatest allies. Now, what will you kill next? Так, значит. Мать, апперкот. Зачекаем почту, может мне кончу невменяемый сет прислали. Нет? Никто не хочет дарить мне больше подарок. Horseman, the fire of the mountain flows again. Yes, freed by my hand. And Karns. Karn? That pup? Well, he hasn't a clue. Ну, короче, огонь освобожден мной и Карном. You know what awaits you, Ryder. To finish this, you must restore the tears. Теперь я должен восстановить слезы. I'm not your errand boy, Maker. Я не твой мальчик, но пигушка. Our fates are now yoked. Help us, and we will help. Помоги нам, и мы поможем тебе. In the meantime, take this. А сейчас возьми это может тебе пригодиться. Вау. Пистолет, да, мой. Pistol. It belongs to my brother's strife. How came it here? I cannot see, but there are other goods you may barter for now as well. Restore the tears, then return to me. You said there were two things that powered your forge, fire and tears. Yes, fire to wake the earth and tears to calm it. Both gifts of the Stone Father. And fire will not be enough. Nay, we require both. Am I to find the tears of the mountain? To the west, past the fjord and into the Drench Fort. Там, да, you will find the tears. Ох, Valis has been busy. There are new items. Ёпты. Да, наверное, я никогда их не куплю, даже смотреть не буду. Так, она мне дала пистолет. Каким образом мне использовать пистолет? Воу, да. Эй. Что ты делаешь? Эй, а где бесконечные патроны? Так неинтересно.
Ладно, на этом мы закончим нашу часть. Так, он что-то меня сильно толкает. Наконец-то я завалил ту Горвуда и выполнил пару квестов. Да, к третьей части, е. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Stoneface. Пока.